У каждого человека детство ассоциируется с игрушками. Как правило, у каждого из нас была своя самая любимая и особенная игрушка, с которой мы постоянно играли, ходили в детский сад и не расставались в течение всего дня. Большинство людей обычно не покупают игрушки, которые стоят больше $100. Но это, мягко говоря, ничто по сравнению с игрушечным автомобилем, цена которого целых $27 000. Это не простой игрушечный автомобиль, а настоящая техника и вполне серьезная, о которой мы сегодня вам расскажем. Британская компания, которая занимается покупкой, реставрацией и продажей подержанных спорткаров Aston Martin, выпустила игрушечную машинку, созданную в стиле классических 60-х годов прошлого века. Автомобиль построен вручную на основе стальной рамы, а его кузов выполнен из стеклопластика. Длина его составляет 2,5 метра, а ширина 1 метр. В движение игрушку приводит вполне приличный 110-кубовый четырехтактный моторчик с воздушным охлаждением, соединенный с трехступенчатой полуавтоматической коробкой передач, передающей мощность на задние колеса. Максимальная скорость детского спорткара составляет 75 км в час, но в нем предусмотрен электронный ограничитель скорости, который родители могут настроить по своему желанию. За своевременную остановку автомобиля отвечают дисковые тормоза фирмы Brembo. Также стоит отметить, что авто имеет электрический стартер, наружное освещение, функциональную комбинацию приборов и регулируемый педальный блок. По желанию заказчика салон может быть выполнен из кожи или винила, по вкусу цвет кузова и цвет отделки салона. Руль детского спорткара сделан из натурального дерева. По паспорту автомобиль предназначен для детей от 10 лет. Но реально им может управлять любой человек от мала до велика, ведь специально для этого и сделали регулируемый педальный узел. Когда смотришь, с какой тщательностью выполнены детали автомобильчика, то трудно не согласиться, что папы время от времени будут брать игрушку взаймы у своих сыновей. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.